Вот такие должны быть четырехмесячные бычки. Вот. Вот четырехмесячные бычки, какие должны быть. Вот. Вот трехмесячный бычок. Вот, пожалуйста. Вот еще один четырехмесячный конь прошел. Вот бычок. Тоже где-то ему 3 месяца, 4 еще нету. Вот с мамкой. Вот сейчас выбираем вот самые большие, они самые старшие. Вот, вот этому 2 месяца черному от Абердина, вот от Яши он. Вот Яша Абердин, вот это его сынок. От Абердина, от Яши, вот он. Вот он. 2 месяца где-то ему. Вот четырехмесячный. Вот стоит. Вон четырехмесячный сюда смотрит. А вот, вот эти вот где-то по 2 месяца им. Телята. Вот телочка такая. 2-месячная. Вот, вот эта телочка и месяц от Камолы. Родился вот такая красивая телочка, родилась от Камолы. Вот ей месяц, небольшой месяц и неделя, наверное, где-то. Она поздно отелилась, очень поздно. Ну, вот бычок. Тоже такой где-то под 3 месяца ему. Не очень плотный, но высокий. Вот какой крепыш. Вот какой крепыш. Пожалуйста, вот где-то 3 месяца ему. Вот крепыш такой вот. Где-то 3 месяца ему. А вот крепыш еще тоже такой же. 3 месяца. Вот телочка. Тоже где-то та от этой коровы где-то 3,5 по 4 месяца ей. Ну, вот он. Крепыш и вот крепыш. Это по 3-месячные телята вот это вот. Вот родился. Вот родился где-то ему 4 дня. Вот от этой красной коровы. Такой. Ну это пошел вообще жиртрез какой-то. Вот телочка стоит от первотелки. 3,5 месяца где-то ей. Ну Камолая будет. Это мамка ее. Камолая будет. Вот тоже бычок маленький. Где-то около 2 месяцев ему этому бычку. 2-2,5 где-то вот так. Этому бычку. Вон от Абердина. Посмотрите. Ему где-то около 3 месяца. Вон. Вот такой. Вот его мамка стоит. Вот это от Абердина. Абердиновский такой бычок. Вот папа. Вот папа ихний Абердина. Вот, вот эти трехмесячники стоят. Такие. Вот папа. Вот, пожалуйста. Вот тоже трехмесячный. Трехмесячный бычок. Пожалуйста, посмотрите на него. Вот. Это мамка его стоит. Вот они, Яшины дети. Вот эта телочка стоит. А он то бычок. Вот такие вот они. Телочка где-то 2 месяца, вот бычку где-то под 3 месяца вот этому от Яши. Вот телочка еще от Яши. Вот эта телочка тоже где-то и 3. 3 так с небольшим месяца. А вон бычок. Посмотрите какой. И вот бычок. Вот это вот 4-месячный бычок стоит, на нас смотрит вот этот. Вот это 4 месяца ему. Вон тому тоже по 4 месяца. Вот этому тоже по 4 месяца. А вот телочка. Тоже где-то тоже ей по 4 месяца с подвесом. Но с той не сравнить, телочка пошла, которая от Яши. Не сравнить. Вон стоит от Яшин ребенок. Вот тоже. Неплохой для 4 месяцев бычок. Вот телочка неплохая. Вот такой бычок. Так, вот Яшин 4-месячный бычок. Пожалуйста, посмотрите на него.
Это Яшин четырехмесячный бычок. Они вот стоят, вот еще один четырехмесячный. Вот, а вот бы, пожалуйста, бычок 2,5 месяца к 3 месяцам. Вот этот бычок. Вот такой он. Вот его мамка молодая, второй раз только телится. Вот он, такой бычок. Вот тоже трехмесячный бычок. Сосет мамку. Трехмесячный. Это его мамка. Смотрите на него. Такой вот он. Красавчик какой. Вот недавно рожденный один Яша. Вот второй. Яшины дети. Вот недавно рожденный. Где-то им недели по 3. Вот они один. А вот второй побежал. Вот бычок от первотелки. 2 месяца ему. Пошел от первотелки. Вон первотелка. Вот бычок от нее. Вот стоит, посмотрите. Какая тоже бычок, но молодой. Месяца 3. Вот. Давай посмотрим его. Вот от первотелки. Вот телочка стоит. Сейчас давайте посмотрим. Дадутся они нам посмотреть. Вот маленькая телочка. Ей где-то около 2 месяцев. Где-то, ну, с небольшим там. 2,5. Вот она, вот такая вот телочка, вот от этой коровы, от первотелки. А вот наша 4-месячная телочка, она всем интересная. Я считаю ее одной из лучших телочек у нас в стаде. Вот ее мама стоит, сементалка, папа Герифорд. Вот обратите внимание, эта телочка 4 месяца ей. Быков против этой телки очень мало. Вот такая телочка 4-месячная. Это, я считаю, самая лучшая, одна из лучших телочек у нас в стаде. Вот с таким подвесом она. Одна из лучших телочек. 4 месяца ей. Посмотрите, пожалуйста, на нее. Вот такая вот она. 4-месячная телочка. Красоточка с мамой стоит. Мама у нее очень большая, рослая. И телочка вот такая. Вот еще тоже телочка 4 месяца от сементала, тоже очень крупная. Обратите внимание на нее. Хорошая телочка. Вот 4-месячная пошла, вон тоже хороша. С подвесом, с таким по 4 месяца. С хорошим подвесом. Ну и отмеченный теленочек.